Единственный способ избежать затоплений во время половодья весной – это подрыв льда на водоемах. Такими работами в нашем регионе занимаются саперы Северного флота. Специалисты мотострелковой бригады в преддверии паводкового сезона провели тренировку. Лед военные инженеры учатся взрывать на одном из полигонов в Печенгском районе. Такую подготовку проходят все саперы. Подрывников привлекают не только для того, чтобы в районе водоемов не было затоплений, но и для сохранения мостов и гидротехнических сооружений, которые во время ледохода может попросту снести.